Здравствуйте, друзья! Вы зашли на канал «Роди бы сердце уголок». Я сегодня нахожусь в своей теплице. Теплица у меня стеклянная. Вот, 3 на 4. Пока у нас одна теплица, но в этом году уже осенью мы будем еще одну ставить, побольше, тоже стеклянную. Обзор на теплице и вообще, когда, может быть, все-таки мы поставим осенью, и когда ее будут устанавливать, это же фирма, я вам сделаю обзор и на эту теплицу, и на новую, которую будут уже ставить, если получится, даже сниму, как ее будут собирать. Ну, в общем, сегодня не об этом. Сегодня я хочу теплицу помыть внутри и снаружи. Вот, подготовить, потому что я уже буду сеять редис и шпинат. Лук зеленый и, ну, кое-какую салатики, там еще что-то. Смотрите, мыть теплицу я буду вот такой шваброй. Это очень удобно. Вот, особенно стекло мыть вот такой микрофиброй. Мне нравится. Вот я ее вытащила на всю длину, она такая длинная, и буду мыть сначала внутри, помою, потом снаружи. Мою ее теплицу вот таким раствором. Это раствор йода на 10 литров. Я примерно лью, ну, не полную чайную ложку йода. Прям не полную. Вот. И вот этим раствором я буду мыть внутри теплицу, а снаружи я помою просто обычной водой. И все. И уже, когда уже будет еще теплее, еще раз снаружи промою. Но сейчас буду все вымывать внутри. Вот. Вот эти вот бордюрчики помою. Затем я землю, значит, пролью хорошо. Земля у меня здесь суховата. Вот. Буду проливать хорошо, заливать землю. Я разбавила вот фитоспорин и буду проливать землю с фитоспорином. Все по инструкции разведу. У меня здесь все есть. Разбавила вчера. Ну, у меня как раз все там растаяло. Так. Так что я буду проливать землю. А потом посею редиску и шпинат. Вот. Ну, я потом покажу. Потом здесь сделаю дуги и прикрою с укромным. Вот. Утром сейчас в теплице у меня 15 градусов практически. Вот. Ну, а днем здесь уже 30 градусов тепла. Ну, конечно, ночью холодновато, но ничего страшного. Я прикрою все это, дуги сделаю, поэтому... Вот. Поэтому сейчас я буду заниматься. Сейчас все помою уже, когда землю пролью фитоспорином разведенным. Я уже тогда покажу, там, что буду уже подсевать. Так, ну что ж, промыла я свою тепличку. Вот такая она теперь у меня чистенькая. Значит, с внутренней стороны я мыла два раза, воду два раза меняла с раствором йода. И два раза просто чистой водой промывала. И один раз я промыла с внешней стороны. Но с внешней стороны я еще буду мыть ее, потому что один раз всего лишь промыла. Когда уже потеплеет, уже помою получше. Вот такая вот чистенькая теперь стала. Почему некоторые моют мылом, там еще чем-то, какими-то растворами. Я раствором йода мою, а мылами там и вот всякими другими растворами я не мою, потому что у меня стекло. Если я помою раствором мыла хозяйственного, допустим, то я потом эти разводы вообще со стекла не вымою. Это мне надо, знаете, будет стоять и бумагой потом натирать, или мне это некогда делать. Поэтому я раствором йода мою, и все прекрасно получается. Вот, теперь я хочу залить в землю, пролить, хорошо пролить раствором, ну, водой с фитоспорином. Здесь у меня тоже с осени уже был заложен конский навоз. Вот, потом здесь у меня и вот и зола, ну, такие тоже спички. И у меня здесь росла этот, как она называется, горчица. Вот. Ну, сейчас моя задача, в общем, пролить сейчас ее хорошо. И уже дальше я все-таки в этот же день хочу сразу посеять то, что я хотела. Вот, фитоспорин я уже разбавила здесь. Вода у меня здесь такая тепленькая. Я на лейку кладу 1 столовую ложку разведенного фитоспорина по инструкции. Вот, а когда уже буду я делать основные посадки там томатов, в этой теплице у меня растут только томаты,
И возле двери я вот здесь вот сажаю по кустику по одному огурцов на раннюю, на еду. Вот. И когда уже будут основные посадки, я уже буду тоже проливать фитоспорином. Вот, но уже я делаю 2 столовых ложки на 10 литров воды. А сейчас я 1 столовую ложку кладу, как бы этого достаточно будет для таких первых посевов на раннюю зелень. Вот. Ну все, сейчас я все сделаю, когда уже буду сеять, подключусь. Тепличку я пролила хорошо. Сюда у меня ушло почти 40 ведер воды. Забыла еще вам сказать, перед тем, как проливать фитоспорином, я сначала пролила ее, ну, ведер 10 сначала залила простой обычной водой землю, а потом уже остальные ведра уже разбавляла фитоспорин. Ну, около вот 40 ведер я сейчас пролила ее, эту тепличку. В теплице уже тепло, почти 20 градусов. Вот. Еще даже обеда нет. И сейчас у меня так 3-4 часа теплица постоит, земля так хорошо и прогреется заодно и размокнет. И я уже тогда подсею уже то, что я хочу посеять. Значит, посею я шпинат, матадор. Посею одну сначала, а потом через дней 10 я еще одну посею. Мы его едим, конечно, но и в таких больших масштабах. Я здесь сеяла очень много, все это потом выбрасывается у нас. И теперь я сею столько, сколько мы вообще съедаем. Так что я сначала 1 упаковочку посею, через дней 10 вторую. Потом вот такой укропчик посею, тоже немножко. На рассаду сюда же в теплицу я посею капусту цветную Snowbolt 123. Вот. Но у меня еще один есть сорт. Вот я еще посею. Потом посею вот такую капусту китайскую пак чой. Первый раз сею, не знаю, так она мне просто внешне понравилась, поэтому. Ну, это классика, редис селеста, гибрид. Вот так я ее купила, здесь 100 семян. Тоже посею. Тоже сначала я немножко посею, через дней 10 еще подсею. Вот, потом вот такой лук. Да, хочу сказать о этой редиске, я ее уже сею, не знаю, очень давно, может быть, 3-4 года. Вот, она мне нравится, она такая, знаете, одна к одной, прям не горькая, не в цветушность не уходит, вообще очень здоровская. Можно ее все лето сеять, и будете вы с редиской, будет вам счастье. Потом лучка немножко посею, вот такого на перо. И щавель посею. Но щавель посею не в теплицу, а вот у меня здесь такая грядка возле теплицы. У меня вообще щавель растет всегда вот с этой стороны, но я просто хочу еще и свежий подсеять. Вот зелени я сею не так уж и много, там не петрушки, кинзы еще немножко посею. Вот я сейчас покажу, собрала свои семена, вот я ее тоже немножко посею. И вообще у меня все подзимние посевы зимой, ой, ну вот в ноябре я сеяла вот в эту грядку, вот, которая за теплицей находится. Вот там у меня все растет, и кинза, и укроп, и петрушка, и морковка, и свекла, всего по чуть-чуть, там по 2 рядка, так, чтобы на раннее покушать. Вот, а сюда я вот это посею, но я еще буду, потом уже завтра еще приеду, подсею салат листовой, посею, ну, в общем, там еще по мелочи буду сеять. Но сегодня я вот хочу посеять пока вот эти культуры, понемножку буду сеять, потому что сразу все посеять невозможно. Вот, и я сею не в один заход, так всего понемножку с таким промежутком временным. Ну все, сейчас посею, покажу. В общем, посеяла я все. Посеяла шпинат, редис, укроп посеяла, лук зеленый. Вот, потом здесь посеяла на рассаду цветную капусту, пак чой у меня там сидит,
Еще я завтра приеду, досажу еще белокочанную капусту, немножко раннюю. Но я не июньскую сею, там у меня другой сорт. Если получится, я сниму. Вот. Ну, еще я там посмотрю, кое-что еще досею, там салат. Вот. Так. Укрывным накрою, поставила дуги. Накрою укрывным материалом. Все вот так вот. И все, и будет у меня вот так все расти. Пленкой я не накрываю, ничем не буду накрывать. Потому что мне с этими, с этой пленкой играться нужно, ее открывать, закрывать. В общем, у меня нет такой возможности здесь быть каждый день. Здесь я в деревне еще не живу. Вот, поэтому я вот прикрою вот так. Укрываю, ну все. Так, здесь у меня пустует место. Здесь я тоже завтра посею горчицу. Вот. Осенью она у меня тоже была посеяна, но я ее посеяла поздно. Поэтому она у меня, в общем, не очень-то. Ну, в общем, я ее посею, наверное, завтра приеду, посею. И досею здесь еще некоторые культуры. Там я посеяла еще немножко свежего щавля. Вот, пускай будет. У меня-то в прошлом году он вылезет, прошлогодний, но я взяла еще, посеяла свежие этого года. Ну все, вот таким образом все это у меня будет. Сегодня солнышка нет, правда. Но все равно тепло. В теплице плюс 20. Все. Если вам понравилось, было интересно, заходите, подписывайтесь. Всем пока.